see that there is no reason to believe that a potential tension could start in the Arctic, but it could easily end up here if it starts elsewhere. And that is, of course, due to the fact that Russia is building up their military capacities. Особое внимание прошу уделить развертыванию инфраструктуры и воинских частей на арктическом направлении. Об этом сейчас несколько слов скажу поподробнее. Россия все активнее осваивает этот перспективный регион, возвращается в него и должна располагать здесь всеми рычагами для защиты своей безопасности и национальных интересов.